Меня зовут Клепикова Анна Борисовна, я директор управляющей компании «Паритет», и в марте месяце имела удовольствие впервые, так скажем, в своей жизни поучаствовать в интервью на радио «Эхо Москвы» с корреспондентом Ольгой Болезиной. Ну, что хочется сказать, первое, что мне очень понравилось. Понравилось именно формат данного общения, заинтересованность человека, который со мной общался в эфире, достаточно правильные вопросы по теме, именно волнующие на данный момент людей, которым мы пытались адресовать вот все наши мысли совместные, и мои в том числе, и ведущего интервью. Поэтому данный формат еще интересен тем, что можно донести все, что волнует на настоящий момент руководителя организации до слушателей. Эффект от данного интервью был достаточно хорошим. Очень многие наши коллеги, мои коллеги, наши партнеры посмотрели его, почитали, дальше начали передавать, значит, знакомым, друзьям, соседям, и очень имело хороший резонанс данное интервью.